Ей нельзя продолжать обучение. Я все равно пройду этот тест. Ваша дочь преуспевает в каждом предмете. Поговорите со своим мужем. Почему твоя сестра, девочка, должна ходить в школу? Она умнее всех в округе. Спроси у учителя. Рино, хватит! Поговори с учителем! Хватит! Я не хочу больше ничего слышать про школу! Элина! Спустишься поиграть? Иду! Тебе все равно? Я буду делать все, что делаешь ты. Именно в тот момент я поняла, что ее ничто не остановит. И что на самом деле ее непослушание вело к невероятным чудесам. Идем. Я так рада видеть тебя, Лину. Я тоже.